Всем привет, друзья! Вот и подошла очередь нашей груди. Мы сегодня будем качать грудь с гантелями, потому что уже все мышцы мы уже прокачали с гантелями, осталась только грудь. И я вам покажу сегодня 4 очень эффективных упражнения, которые прокачают максимально вашу грудь. Будете как экзибит. Сегодня мы рассмотрим упражнения на верхнюю часть груди, на среднюю часть груди и на нижнюю часть груди. Будет очень интересно и познавательно. Погнали! Для первого упражнения нам понадобится пуфик, либо стул какой-то без спинки и гантели, естественно. Я буду показывать с маленькими гантелями, которые у меня есть. Если у вас есть больший вес, то это вообще отлично. Можете использовать такой вес, который есть. Я буду использовать с тем, что у меня есть. Первое упражнение – это обычный просто жим гантелей на грудные мышцы. Погнали! Ложимся вот в такое вот положение. Оп, вот так вот. Фиксируем нашу грудь, берем гантели, тело прямое и просто жмем. Гантели должны быть на уровне нижней части груди где-то. Вот таким вот образом. Для этого упражнения очень важно подобрать стул такой, чтобы ваши руки могли как бы на полную разогнуться, да, чтобы стул не мешал вашей амплитуде действия ваших рук. Вот. Еще очень важно в этом упражнении делать так же. Немножко, когда вы вверх идете, вы делаете немножко порезче, когда вниз немножко помедленнее. Можно в нижней части немножко задерживать гантели, да, там на пару секунд. Тогда эффект будет усиливаться, и тем самым вы будете выключать ваши мышцы вообще. И потом заново будете тянуть. Это эффективней. И еще, как всегда рассказываю, на усилие вы делаете выдох, когда вниз гантели опускаете, вдох. На усилие выдох, вниз вдох и так далее. И еще хочу сказать, что в этом упражнении вы должны тянуть вашей грудью. Не надо сжать просто трицепсом. В этом упражнении трицепс тоже работает, но вы должны чувствовать ваши грудные, вы должны фокусироваться на ваших грудных мышцах. Для того, чтобы больше фокусировать нагрузку на ваших мышцах, вы должны не просто вот так выжимать, да? Тогда у вас будет только трицепс работать. А вы должны немножко вот таким вот образом, как будто скручивать, потому что грудные мышцы выполняют такую функцию, они не вот такую функцию выполняют, это трицепс выполняет. Наши грудные выполняют функцию вот такого типа. То есть они работают как пружина, а не сгибателя. Вот так. Поэтому, когда вы жмете, вы должны немножко вот так сгибать грудными мышцами. Не просто руками выпрямлять, а сгибаете вот так. Сразу хочу вам, друзья, показать упражнение, которое поможет прокачать верхнюю часть груди. Это наше второе упражнение. Значит, для этого нам нужно сесть, как будто бы мы садимся на скамью под 40 градусов, да, это наклонная скамья. Нам нужно сесть вот таким вот образом. Садимся вот так. Нормально ставим наши ноги, чтобы было удобно. Значит, тело наклонено, да, где-то под 40 градусов. Опираемся на диван. И просто жмем вверх. В этом упражнении работает верхняя часть груди, а также плечи. Это неотъемлемая часть, плечи и верхняя часть груди, они у меня немного отстают, и верхняя часть груди, и плечи. Поэтому я очень часто делаю такое упражнение в зале. А это упражнение хорошо заменяет заловое упражнение. В этом упражнении мы делаем с гантелями. И гантели, как мы знаем, позволяют больше амплитуду делать, и поэтому сильнее растягиваются мышцы. Вообще не надо брать огромные веса, потому что это ни к чему. Берите нормальные веса, ваш свободный вес, который помогает как бы растянуть ваши мышцы до конца и тем самым проработать вашу мышцу, да? Если вы будете брать большие веса, то это просто... Ну зачем это надо? Вы будете там корежить и сядь что-то непонятное. Зачем это надо? Вы не проработаете мышцу, а просто навредите ей. А если вы возьмете нормальный вес, то у вас будет полная амплитуда действия, мышца будет растягиваться на полную,
подниматься на полную и так далее. Это будет гораздо лучше. Поехали к третьему упражнению. Сейчас я вам покажу упражнение, которое четко выполняет функцию груди. То есть вот такое упражнение, разводка с гантелями, да? Это отличное упражнение, потому что оно выполняет именно ту функцию, которую выполняет грудь. И тем самым помогает максимально хорошо прокачать именно грудь, выключая из работы трицепс. Это отличное упражнение, и делать его нужно тоже правильно. Смотрите. Ложимся вот таким вот образом, да, опять, чтобы нам удобно было. Берем гантели, голова прямо, мы вот так ее не делаем, прямо. И делаем вот таким вот образом. Руки немножко согнуты в локтях, и погнали. Стараемся максимально растянуть мышцу, и потом максимально ее напрячь в верхней части, ой, в верхнем положении. Прикол этого упражнения в том, что не только гантели должны создавать нагрузку на наши грудные мышцы, а также, когда мы в верхнее положение возводим наши руки, мы должны максимально сами сократить нашу грудную мышцу, сделав искусственное напряжение, да? Делаем напряжение гантелями и делаем еще искусственное напряжение сами, своими усилиями. Тогда будет дабл, двойной эффект. И четвертое упражнение, друзья, его часто принято считать упражнением на спину, но если его правильно делать, то оно будет давать напряжение на грудь также. Это упражнение вот такое. Значит, ложимся вот таким вот образом, берем гантелю и делаем пуловер. То есть, делаем вот такие упражнения. Чтобы нагрузка шла именно на грудь, нам нужно взять гантели очень узко, то есть руки должны быть узко. Тоже тело прямое и делаем вот так. В этом упражнении тоже очень важно растягивать мышцы до конца. Тянуть, когда вы идете туда до конца, и когда обратно тоже до конца. Не забывайте также про дыхание, про технику, когда на усилие вы делаете выдох и немножко пореже, когда идете в негативную фазу, немножко помедленнее и делаете вдох. Это очень важная техника, которую нужно выполнять во всех упражнениях. Я об этом говорю в каждом видео, потому что не надо забывать, многие люди это исключают из своего рациона, так сказать, тренировочного, да, и они делают неправильно, потому что дыхание – это кислород, а правильная техника выполнения – это больше нагрузки и больше кислородооборот в ваших мышцах. Я надеюсь, это видео было вам полезно, качайте ваши грудные, потому что они придают красивую форму вашему телу. Ну и, конечно, желательно плечи качать, а то они у меня не особо, надо качать, я их бомблю 2 раза в неделю. И уверен, результат будет. К лету мы накачаем наши плечи. Вот, друзья, спасибо за просмотр. Надеюсь, у вас все будет хорошо. Вы будете жить счастливо и накачаете ваши мышцы. Потому что если у вас будет здоровье, то будет все. Прилагается к здоровью все, друзья. Вот, спасибо за просмотр. Кстати, смотрите, я свой софтбокс сделал. Зацените. Офигенная, да, тема? Сам нам замутил там на скотче, на всем. Вообще класс. Вот. Все, отошли от темы. Короче. Все. Пока.